пиво тоже сама. Все понятно. И так это же... Мое участие это... Ну, вот только... Ладно, давай теперь так, где твое участие. Так, друзья... Нет, нет, на это время нет, самое важное. А что именно? Нет, еще очень важный разговор. Ну-ка, а, сейчас, погоди, по порядку. Значит, перед нами Чернобаев Леонид Дмитриевич. А, ты уже снимаешь? Да, как же, я никогда не теряю время. Хорошо. Художник и садовод. Да. Причем, значит, к сожалению, художник победил садовода. Как можно не хвалить заслуженного художника республики? Как? Живопись для меня немножко ага. Чуть-чуть выше. А, как этот говорил, для души, торопись, торопись. Для всего, и для души, и для торопись, торопись, покупай живопись. Да, совершенно верно. Вот. Ты скажи, тебя живопись кормит? Плохо, но кормит. Очень хреново. Чуть-чуть раньше, А то, что твои саженцы рвали бы с руками, ты в курсе? Нет, ну я знаю, что садик меня кормит зачастую чуть-чуть лучше, чем живопись. Да? Да. Ладно. Он и натуральными фруктами, и деньгами. Сейчас я прекратил, конечно, саженцы выращивать. Ну, нет времени уже. Да и... 75 лет скоро. 74, да, есть, а 75-то и вот. Ну. Так, я зачем приехал? О чем речь? Значит, смотри, меня продолжает один товарищ, фамилию называть не будем. Зачем раскручивать? Хорошо. Позорить в интернете. Железов лжет. Я приехал, чтобы мы с тобой... Причем, заметь, я с тобой не договаривался говорить в мою пользу, против меня, за меня. Пошли к этим самым, к сливам. К сливам? Да, там еще остались на дереве. О, есть. Пошли. Сливы только наоборот начинают созревать. Правда, деревья уже очень старые. Здесь пройдем? И здесь можно пройти. А мне знаешь, почему здесь нравится? Ты еще всю свою выставку не... О, ё-моё. Чёрт, это моё укрытие. Ой, знаешь что, если останется время, будешь тыкать пальцем в каждый из сортов и говорить, ой, это то, это то, это то. Да пойми ты, многое из этого Россия вообще не знает. Вот Квинти вчера это собрал остатки. Да, откуда Квинти взялось? У тебя брал. Да, где я взял? На Украине. Откуда на Украине? Не знаю. С этого, с Голландии. Откуда в Голландии? О-о-о! С Канады. Так, вот лимонка. Но это лимонка я привез. Дмитрий, я хотел отдельный фильм. Пойдем к сливам. Пойдем, пойдем. Ты думаешь, легко, когда тебя позорят просто так, знаешь, по ходу? А вы там, я говорю, дурацкую войнушку затеяли. Я ничего не затевал. Я всегда говорил, это товарищ один из лучших садоводов. Самое злое, что я про него сказал. Один из лучших садоводов Сибири. Так, нет? Наверное. Наверное. Пойдем сюда. Вот. Мне бы хотелось, чтобы он после этого интервью засунул себе, знаешь, куда? Вот. Поехали. Идем туда. Наклонился, у меня тут был персик привязан. Вот, с этой стороны зайди, тут их виднее будет. Мне еще это... Иди сюда. Мне еще надо для сравнения синее показать. А, против света хреново все равно. Ну, ты художник, ты понимаешь, что такое. Освещение. Что такое? Ну, вот они, видишь, я тебе сейчас ветку согнул, вот. Ага. Они уже начинают созревать. Вот, допустим, щупаешь мягкое. Мы их называем сине-розовое или синее. Ой, или розовое. Не знаю. Ну, я называю. Раньше у тебя на фотографии. Я ее, подожди, знал, как это, розовое грушевидное. Да. Раньше так это звучало. Да. Много лет назад, когда? Очень давно. Я сейчас уже... Теперь говоришь, примерно сколько лет назад? Лет 20. 20. Знаешь, о, у жены надо спросить, она еще точнее знает. А не надо точнее, примерно 20 год, лет. Потому что... А тут, погоди, мы про тот сад вспоминали твоего дочки, зятя. Да, там прошлый век. Там еще одна слива вот эта осталась. С прошлого добирает. Века. Да, с прошлого. Это значит, далее, чем 25 лет назад. В то время мог я достать, допустим, у кого-то другого, а ты у меня? Я у тебя лично брал, больше так. Никого. И вообще, она тогда, ну, это моя точка зрения, что я у других ее не видел никогда. Просто не могу, знаешь, подыгрывать, врать кому-то или что-то, то есть подыгрывать на эту тему. А сливы эти я у тебя покупал. Вспомнил, да? Саженцы, они же, я и до этого говорил, я их у тебя купил, чернослив и вот эту,
Чернослив, вот он это, ну, уже собрали его. Он а хоть парочка там для примера? Ни одного. Ни одного, уже ладно. Все переработано. У меня, слава богу, на даче они растут. Ой, да. На даче, в саду. Так вот, вот это дерево, там доживает век, там осталось пенек такой суховатый. Ну, там-то несколько... уже точно 25-30 лет прошло. Ну, только не 30, ну, 25, наверное. Да, ну. Знаешь, надо вот спросить. Если очень точно быть, надо было подготовиться, хотя бы спросить. Нет, у меня нет. Документы там это есть. Экспром, чтобы нет, ты знаешь, ничего не выдумывал. Мы дом построили тот, дочкин. Ага. И мгновенно тут же я начал садить сад. Ну... То есть дом еще не достроен был. Я уже свои саженцы посадил. А так как у меня слив не было, я ими не занимался сроду. Поехал к тебе и купил. Да, мы тогда были, ты был просто один из саяногорцев, не более того. Да. Для меня. А это потом мы подружились. Да, я тебе тогда и толком не знал. Просто приехал, слышал, железов. Я тебе еще навязывал апорты, так как привез через... Что значит навязывал? Я горжусь твоими апортами, навязывал. Да я привез... А, да-да-да. С Талдыкургана, ну, Казахстан, да? И давай тебе предлагать. А ты говоришь, да ну у меня тут 200 с чем-то сортов уже всяких, вон мешки стоят, и голландские, и французские. Ну, думаю, ладно, крутой мужик. Да, а потом... А потом, когда вырастил и тебе привез плоды... А потом, когда у меня... Ты говоришь, и я себе... 1500 взрослых плодоносящих яблонь сгорело. Да, ну это было... В пожаре. Вот тогда-то я и перестал пальцы гнуть. Ну. Поэтому, ну, примерно так. Что еще тебя интересует? Меня... Я тебе, если нужно, точно... Нет, точно посмотрим, не нужно. Когда мы нет, зачем точно? На дом, вот зачем точно? С точностью до месяца. Зачем точно? Этого достаточно, чтобы сказать, что человек, который... Минимум 20 лет. Что человек обыкновенный клеветник, завистник. Да, ну, это самые злые слова. Первое я сказал. Всегда говорил, он один из лучших садоводов Сибири. Ну, ты... Вот. Ладно, пойдем. Мне все время, мне пишут и пишут, Константинович, ты о нем только хорошее, ты его превозносишь, а он тебе гадит. Ну, так, пойдем, это... теперь по саду пошли. Ну, сад уже я ободрал, вот сейчас с дерева слез. С дерева? Ты еще сказал про хвост. Натуральным образом слез. Ты еще про хвост сказал, что у тебя хвост отвалился. Ну, человеком стал, я же вырыл. По дереву кто, обезьяна? Я по ходу показываю. Да нет, ты знаешь, это кто придумал обезьянью теорию, вот это... Нет, ну а куда, правда, хвост оделся? Он же не уменьшался, он исчез. Ты понимаешь, вот она обезьяна хвостом, вот человек без хвоста. Вот я там на нем... А где с коротким хвостом? Я вообще поражаюсь, какую дурь в школе преподают. Да, бывали. Слушай, пойдем сюда. Вот итак, гигант стал мелким. Гигант мелкий стал, потому что он было дерево перегруженное, раз. И подпорки ставил, не ставил, все равно, смотри, веток обломало. Обломало кучу. Много. А это нормальный был... гигант, пойдем. Перейдем. Это был супер урожай. Ну, ты как-то с ним был знаком уже. А теперь это. Вот, я уже часть собрал. Вот это уже молодежь. Это молодежь, они ну, вот такие еще и на в этом году дорогу. Мелковатые, конечно. Да, конечно, что на такой палочке растут, ну куда им? Но все равно порядочные дуры. Так, Дмитрий, я всегда в таких случаях, мне повезло. Самый уникальный садовод России, мои друзья. Следующий кто? Мараховская Ирина Владимировна. Она присылает посылку. Она, не автор этого дела? Какой автор? Или вот автор никто не знает. Я специально такой. Говорю. Я не, гигант Подмосковья в справочниках нет. Раз. Нету. Слушай дальше. Я специально, это не тебе, это всем. Ты уже, меня уже слышал Ладно, эту вы. Историю. Да, я договорю. Договори. Значит, приходит посылка, в ней пару черенков. Сейчас, подожди. Я размножил. Теперь она пошла по России от меня. Посылку прислал с черенками Мараховская Ирина Владимировна, москвичка. Она написала мне сопроводительное письмо. Константинович, а мы друзья, она же одна из организаторов моего этого семинара в Москве. Угу. Это вот, одна это. И самое главное скажу. Она говорит так, это я запомнил на всю жизнь. Чтобы эти черенки срезать, я 16 километров на дачу к маме обратно, 16 километров прошла пешком. Ну, 16 километров. Это тебе, я всем говорю. Ага. Вот с этого начинается настоящее садоводство. Она фанатик. Она, чтобы мне прислать черенки в Сибирь, вот это вот чудо, она прошла 16 километров пешком. Ну, представь себе. Ты знаешь что, я тоже повторюсь, однажды я тебе тоже говорил. Вот то дерево,
мне от тебя досталось вот такой череночек, да, две почечки, и я аккуратненько его привил, прям, знаешь, дрожал над ним. Ну, идеально. Сделал все, привил, пошли с обоих почек хорошие эти самые ростки. А, ты волшебник, ты не, мог... Не-не, и я пожалел один отрезать, ну, чтоб штамп пустить. Думаю, да, ага, ладно, пусть на два ствола растет. Вон, иди посмотри, так на два ствола и растет. Пойдем. До сих пор. Кстати, еще я хотел это... Второй выдающийся сорт «Лесная красавица», он тут рядом. Отличный он в этом году. Так, вот он на два ствола, вот. Раз. Всего ага. две почечки мне досталось от тебя. Ага. И вот с него, пожалуйста. А кто такая Мараховская? Я говорю, не знаю. Она или любитель садовод, или профессионал, допустим. Любитель. Или, такой да? же, как мы. Ой, молодец. Давай теперь похвастаемся этим. Нет, похвастаемся. Ну, вот она. Пойдем туда. Там они ближе. И там немножко больше. Это отдыхает. В прошлом году было... Ни хрена себя отдыхает. Смотри, какая красота. Отдыхает, красота. Отдыхает. В прошлом году было так же много, как ага. вот это. Улеплена, она вся была на подпорке. Слушай, мне бы, ты не дотянешься, как сбить? Мне надо самую красивую на руку положить. А, пойдем. Ну, вот там. Так, тянуться там, не надо. Нет, там может быть мельче, чем вот эта красота. Не мельче. Ну, мы уже мимо проходим, мимо разных тут сортов. А это... Кстати, яблоко Заилийское, то же яблоко моего детства. Вот с той стороны зайдешь, посмотришь. Я недавно вспоминал, я у тебя веточку, по-моему, взял. У меня? Во. Я его тоже привозил ужасно-ужасно давно, еще в кооперативе. Знаешь, так, 87-й год, вот 89-й, 87-й примерно, в то время я привез, был в командировке в Калды-Кургане. Она? Я туда привез. Она? Она? Узнаю. И вон она. Узнаю. Там еще ближе. Так, ой, фамилию забыл, у кого я раздобыл ее. И самое интересное, что она до 400 грамм. Ну вот они. Это тоже гигант в своем роде. Ну, допустим, если сравнить с тем гигантом, да? Нет, это не год неправильный. Ага, год неправильный. Это год неправильный. А для этого правильный. И, кстати, порядочный. Ты меня знаешь, как умыл, как всегда. Я уже не знаю, что это самое. Это вот же... я взвесил твой, ага. вот эти, когда они были максимально. 540 грамм, а мои 500. Да 5 я второй. Ой, ладно. Пойдем вон там еще вот это самое. Но я еще раз говорю, я люблю хвастаться друзьями. Это моя главная коллекция выдающихся людей. Один из ты. Это одних. Космические остатки. Вот, пожалуйста, тоже ветки вот-вот лопнут. Я вчера снимал. Видос, опять лесная. Облегчить. Вот, ну куда к черту, да? Ага. Вот она, лесная красавица. Действительно красавица. Потом она яркая станет. Ой. А вкусная. Ой, но ей надо полежать. Я тогда так прокололся. Давай с дерева пробовать. Плевался, не, хотел вырубить. Чуть-чуть полежать, и все. Она станет прям как... Идеальная. Сочная, маслянистая, вообще идеальная груша. Ну, так, что сказать? Мне это нужно, идеальные по вкусовым качествам. Мне нужно крупную на руку дотянешься. Вот так вот мне на руке надо. Ну, хруп какой-то, чтобы был этот, как называется? Зачем тебе крупный масштаб? Обязательно? Надо... Ну, я этот на них свихнулся на крупнике. На крупнике? Да. Ты знаешь что? Тогда надо в гараж зайти, я там снял. Там... А есть там? Ну, есть, есть. Ладно. Я говорю, ну там, снял... тогда там отдельно фотографию чтобы сделаю. Чтобы это облегчить, это все яблони, а то кто-нибудь говорит, что повалится. Идем влево и сразу вот так. А, это копия той, этой Жуковской. Это Жуковская. Уже 2 года плодоносит. Я позавчера Таню, свою невестку, угощал. Последняя ветка. И висят. Да. Ой, вкусные. Вот. Мы с тобой лидеры в Сибирске, можешь не сомневаться. Вон, иди, там ветка красивая, можешь снять. Похвастай из тебя. Ну, похвастаться, да. Смотри. Это мы мастера. Да, до самого низа уже наклонил. Ой-ой-ой-ой-ой, не води меня, инфаркт хватит. Куда ты меня привел? С ума сошел? А портал, ну, жил же я спокойно. Нет, привел. Не, ну, правда, его черви хорошо любят долбать. Половину урожая червивого, это понятно. А сейчас я тебе кое-что скажу. Валят на червей. Подлетает птица, укусила. Все остальное потом. Моя версия. Не, это бывает и синички. Я их ловил, да. А после них валят все на плодожорку. Не-не-не. Плодожорка меня поразила сильно. И да вот, смотри. Птицы. Вот, не-не-не. Птица. Я тебе говорю, не А говорю. Я говорю, птица. А как вот. Спорить, когда невозможно поймать на месте преступления? Полета там, да я их это самое собирал, разрезал и этих жуков, то есть этих червяков резал. Это потом, давил. Это потом. Да ладно тебе. П-
птица уклюнула, да. Все, заходи. Ну вот она, пожалуйста, тоже в то время я привез, когда и за Илийское, потом это лимонку, столовую, пеструшку, это я тогда приволок, но столовая, десертная и пеструшка от этих болезней вымерли, у меня сорт кончился, а вот алматинский апорт, пожалуйста, он еще существует. Да вот это чудо, вот это чудо. Так, его и надо... Вот, видишь, я его... Ну, оно вот так ветка была. А факт то, что она у меня почти под прямым углом растет, слушай, я уверен, что она не сломается. Срочно сломается. Не сломается, сломается. Гарантию даю. Смотри, в нее сформировано. Она почти под прямым углом. А вот если бы косой угол был, да, разорвало бы уже давно. А у меня бы нервы не выдержали, я бы уже бежал за подставкой. Она вон уже скоро ляжет на землю. Ничего не будет. Что мы с тобой сейчас сделаем? Так, это... Что ты сделаешь? Голден еще тоже рядом. Кто? Голден. А, Голден твой, ну... Вот, опять, это... опять мелкий. Нет, ну, мелковат, но черви его жрут по-страшному. Плодожорка его косила все лето. Я говорю, плодожорка жрет летние, сладкие, зимние, это зимние. Вначале клюет птица, а потом уже залазит плодожорка. Кончай. Вот. Я их собирал. Разрезал, черви там торчат. Они сразу, вот, как бы тебе сказать, да, о, как ранетки еще. Зимние, они зубы ломают. Не ломает, вот я и удивляюсь. Знаете, а почему мы с тобой врагами не стали? Спорим, а все равно дружим, а? Не в том дело, потому что ты с некоторыми вещами не согласен, и бывает, ну, не прав, положи. Не, пожалуйста. Смотри, вот 100 яблонь, да? Летние сорта, средние там спелости, или там осенние и зимние. Чаще всего плодожорка поражает почему-то только зимники. И я тебе это показываю. У тебя, а у меня летние. У меня этот мелбу сжирают. Летние, вон, они прекрасно чувствуют. У тебя же мелба есть? Не, мелба есть у меня, но она еще молодая. Ты бы видел, что делают. 100% сжирают мелбу. Да ну нахрен. Приходится с ними делиться. Мелба вот здесь вот прибита побеточно, вот здесь вот, на бельфлёре. А, знаешь... Думал бельфлёр перепривить полностью. Мне показалось, что это дерьмовое яблоко. А когда оно созрело, довисело, думаю, фантастиш. Ну, они уже отошли. А потом оказалось... Посмотри, у меня веточки до сих пор изолентой не обозначены. Это мелба, ред мелба. Дело в том, что твой бельфлёр у меня на солнце. Он красный. Яркие, красивые, крупные. Это просто чудо. Краснобокенькие такие. Да, ой, какие. А сам это белый станет. Ну, я тебе за них особо благодарю. Как ты умудрился мне 2 саженца подарить? А так вот. Вот. Как мы тебя... обменивались, и лишние были, потому что. Да, да ты плохой торговец. Я бы их сейчас купил бы, если бы... продал. Нет, я бы сейчас бы, если бы я, допустим, знал, что это чудо, я-то с ними не занимался, я только про них слышал, как легенду. А вот. Мне это сам... Я бы за 10 тысяч купил бы саженец. Черенок тоже прислали с Тулы. Именно, прям с самой Тулы. Ага. Это родная сестра моей жены. Вот сейчас эти дети. Так, осталась 1 минута. Давай уж тогда добьем. Кстати, косточки персиков пусть посмотрят. Пусть облизятся. Сколько ты сказал? 600 штук? 240. А, 240, это я... Вот на тебе лесную красавицу, но она еще не дозрела, еще даже цвет не набрала. Сейчас я буду фотографию делать. Из-за того, что... Меньше уже не... Две давай в руку возьму. Так, все, смотри. Пошла последняя минута, последний обзор. Итак, Квинти. Квинти, вот. Который хрен у кого будет, раз я с Украины привез. Откуда он может быть у людей? Да, бельфлёр Китай, вот. Лимонка, вот она. О чем я говорю, казахстанский сорт, это заилийские сорта, они резко отличаются от всех. Они тверденькие, хрупенькие и сочные. Мякоть у них такая. Ну, если вкусит, только поймешь. Ты второе место занял на конкурсе. Да, второе место она взяла, вот это вот яблочко. Да, что я сам не ожидал. На конкурсе, да. Я сам не ожидал тоже, думаю, ну, людям понравилось, я дегустировал. Здорово. Так, быстренько по грушам пробежались. Желтенькие. Это осенняя московская. Вот 2 дерева. Долго не говори. Так, пошло. Осталось 29 секунд. 1 дерево, 2 дерево. Но это что-то, ну, как бы подбаливать начало. Видишь, мельче. Еще раз, что это? Осенняя московская. А, это которая у меня одна. Душистая такая. Я у тебя брал, по-моему, мне есть 1 дерево, подписано осенняя московская.
Вот она как выглядит уже в зрелом состоянии. Ага. И хранится долго? Осенний? Нет, недолго. Знаешь, так, давай. Ну, с полмесяца, где-то минут